А воспитанники отделения спортивной аэробики Нефтеюганска привезли домой целую коллекцию наград. Медали различного достоинства они завоевали на первенстве Уральского федерального округа. Об успехах югорчан расскажем в следующем сюжете. Выполнить такой трюк не каждому по силам. А вот для Марселя Сагидинова это проще простого. Он занимается спортивной аэробикой с 6 лет. Теперь еще и состоит в сборной Югры. Такого успеха югорчанин добился, когда обошел всех соперников на всероссийском турнире, который прошел в Нефтеюганске. У меня были соперники сильные, но я все равно сильнее, потому что у меня больше опыта, и я по технике чище, чем они. Молодой человек для многих является примером, а особенно для подрастающего поколения. Но им есть чем похвалиться. Так Дарья Игошева в своей группе уже маленькая прима и обладательница нескольких десятков медалей. Это за пару, это за группу, а это за степы. Родители рады, потому что у меня столько медалей. И еще потому что они меня любят. В отделении спортивной аэробики школы «Спартак» занимаются более 300 юных югорчан. Ими действительно можно гордиться. В каждом соревновании ребята показывают достойные результаты. В копилке наград – медали соревнований разного уровня. Одним из самых знаковых событий стало выступление на первенстве УРФО в Екатеринбурге. Мы, конечно же, гордимся призовыми местами в первую очередь. Гордимся тем, что наши воспитанники попали в сборную округа. И что на соревнованиях довольно-таки высокого уровня наши спортсмены всегда показывают высокие результаты. Заработанные награды для молодых югорчан не предел. Сейчас они готовятся к чемпионату и первенству России, которые пройдут в апреле в Москве. Елена Келян, София Исаак, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телекомпании «Юганск».